За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 383 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,6%. Выписаны по выздоровлению 200 человек, 4 летальных случая. Всего в стране выявлено 15192 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 9388 человек. Летальных случаев 81. Также зарегистрированы 600 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Итого бессимптомных в Казахстане 5492.